Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на выставку морских свинок. Вот у них плакат стоит. Вот. Морские свинки. Выставка проходит всего лишь один день. Меня пригласил мой друг. Пойдемте. Друзья, ну что, вошли мы на выставку. Пойдемте смотреть морских свинок. Здрасте. Кто у вас здесь? А, спят. Все спят. Так, пойдемте дальше. Какая красота. Вау, какие большие. И у остальных хорошая оценка тоже. Это порода скинни. А, порода. Да. Ему это маленький. Да. А это спит, такой красивый рыжий. Да, английский сел. Вау. Посмотри на меня. Посмотришь на меня? Да. Внимание, начинается. Так, друзья, дальше пойдем. Кто-то еще есть. Маленький. Держи сейчас. Все кушают, все кушают. Маленький. Пойдем дальше. Вау, как много. Продажи, друзья, видите? Я бы не друг бы вот раскрасил. Какие прикольные. Так что дырочка, им сейчас еще они покажут маленькие. Такой маленький. Сейчас по 3 недели. Вау, а что вообще? Какой? Вот этот вот. Далматин. А, далматин называется? Да. Вау, испугался? Испугался меня? Испугался? Вау, это пушистые такие, пушистые. А это самая крутая порода, да? Синий, так раз. Я не ошибаюсь. Вау, ты тоже испугался? Одни глазки. Друзья, пойдем дальше. Идем по кругу. Так, а здесь кто у нас? Здесь кто? Такие маленькие. Все кушают, все кушают. Такие прикольные все. Ой, это вообще интересно. Какая-то прическа. В разные стороны. Посмотрите на меня. Все боятся. А там много этих юных хендлеров? Много? Пойдемте дальше. А здесь кто? Так, пойдем дальше. Тут продолжение, да? Да, здесь продолжение. Так, здесь кто у нас? Мелкие продаются. Какой прикольный. Так, пойдем дальше. А здесь кто у нас? Здесь один. Тоже боишься. Спасибо. Вот, возьми здесь. О, привет. Вау, какая-то шерсть интересная. Вьется прям. Ой, интересно. Куда пойдешь? Такая шерсть интересная. Первый раз вижу. Смотри, какая интересная шерсть. Вьется в разные стороны. Розеточка. Обалдеть. Пойдем дальше. Так, тут никого нету. Вау. Эти просто царские. Сразу видно. Вау, какая красивая. Привет. Ты любопытна или нет? Любопытна? Ну, любопытна? Боится. Просто некоторые любопытны, сразу в камеру целоваться лезут. Если сделать так? Старше, вылазь. Обычно старше лезет. Главное не бояться, а? Кушают вон. Там как-то появится что-то. Приятного аппетита. Обедаешь? Фигистка. Пошли дальше. Тут, а тут никого нет.
А, ну ладно. Там продолжение есть, да? Да. Так. Пошлите дальше. А тут, наверное, сама выставка проходит. Оценивают, наверное. Это конкурс длинного хендлера. А, о, как слышали, друзья. Вау, какие. Ой, спасибо. Вау, какая сира. Ты не боишься? Боишься? А это как? Как его звать? Спина. А поверни мне его, пожалуйста. Ой, боится, наверное. Бегим, вот, просто бегим. Он пристает уже другой. Спасибо. Так, пойдем дальше, друзья. Друзья, дальше идем смотреть. Ой, это кто здесь? Это кто? Какой большой. Это очень смешно. Дальше пойдем. И также лакомство. Как свинку твою зовут? Никита. А какой пород Никита? Не знаю. А окрас какой? Знаешь, какой окрас? Идем дальше, друзья. Дальше идем. Ой, это кто? Как тебя зовут? Что красиво? Как тебя звать? Что зовут? Глазки такие. Эми. Тут друзья оценивают. Хороший блок. Хотелось бы более короткую шерсть сзади. Так, пойдем дальше, друзья. Пойдем дальше. Ну это серое, вообще обалдеть просто. Так, ну все. Сейчас буду теперь снимать по отдельности, кто мне больше нравится. Все. Видно меня? Видно. Друзья, смотрите, какая прелесть. Вам видно? Нет, не знаю. Пойду положу. Призер? Друзья, это призер, кстати, выиграл награду очень серьезную, большую. Вот его награда, друзья. Видите? Победитель. Видите, написано? Победитель. Это вот это. Какой-то прикольный вообще. Обалдеть. Вот победитель. Супер. Какой ты молодец, такой хороший. Победил. Совсем потратил. Расчесывай тебя, маленькая, всю ночь. Друзья, тоже победитель. Смотрите, красота. А как победа называется? Первое, второе место. Стой.
Второе место. Спасибо. Там внутри зайчик еще. А у тебя какое место? Второе. Вау. Обалдеть. Второе. Друзья, это первое место занял. А как его звать? Фудик. Как? Фудик. Фудик его звать. Фудик. Вот. А, Фудик. Вот. Смотрите, друзья. Обалдеть. Как тебе? Так, представь с той стороны. Друзья, какой красивый, смотрите. Сколько сказали месяцев? 8. 8 месяцев. Любопытно, не? Любопытно. 8 месяцев, такой большой. Ну, крупный. Там крупный. А как сказали по-русски называть? Английский селф. Обалдеть. Смотрите, сколько наград. Сколько наград, смотрите, сколько наград. Это у нас вот лучше в породе. Так, этот лучше в породе. Ой. А это лучше. Лучше в породе. Беспородный малыш. Это ему сколько? Это беспородный. 4 месяца. Лучший беспородный малыш. Вот. А как это можно открыть? А вот. Ой, это самый вот лучший. Самый это лучший. Лучше в породе, он а. Уже все не дает. Не дает. А это вы их так стрижете, уже чтобы устал. У нас было такое пушистое мясо? Нет, это такая порода. Они бархатистые, носик, на носике и лапках шерсть. Так непривычно вы их кладете. Да, вообще такие прикольные вообще. Да. Дуйте ему хороший, самый лучший. Самый лучший, чтобы тебя не отгладить. Ну что, вот награды его, вот награды еще раз покажу. Шикарные награды. Это беспородные. Ну ничего, все равно есть порода. Беспорода тоже порода. Ну это носитель гена скинни. Скажите, а сколько стоит вот такой? Девочка. Представьте. Девочка стоит 3,5 тысячи. Что-то фокусируется. Плохая. Зачем ты там их кусаешь? Друзья, это король, оказывается. С красными глазами, пушистый, рыженький. Так. Сколько король стоит? Обалдеть. Лёня продается, наверное. Продаемся. 2 тысячи стоит. Мальчик шелки как раз. Ну, они социальные такие, да? Свинка, блин. Тоже не ругается. Ругается. Вот это вот. Вот с этим ругается. Это черный. Черный, ты кусаешься, да? Ты такая плохая. Нет, она просто прячется. Друзья, посмотрите, какая редкость. Красные глаза, розовенькая. Ой, а какова? Глаза красные. Родился. Как у коровы расцвет. Чистый, что ли? А это не боец, просто страхи. Это похоже. Я больше не буду. Это кресло, там американские головы. Я боюсь. Не-не-не, он тоже боится. Да. Это противная. Что это? Она не кусается, она просто других пьет. Я поняла. Ну, как быстро все подвинулись, я тут пляжу. Да? Да, не боится. Она же не пьет. Вот у меня тут такое было. Друзья, смотрите, какая красота. Она блестит просто. Такой пару. Может, вытащить? Да. Ой, носорог чуть-чуть. Вот это вот лохмат носорог. Она бегемот на самом деле. Бегемот, да. Ну вот это, потому что она сама гладкая, вот это вот шерсть. Да. Как у носорога типа вот этот рог. Обалдеть. Сколько разных морских свинок оказывается вообще. Ну, спасибо. Друзья, какая прелесть, смотрите. Ой, сколько
Какой прикольный. Тоже награды. Смотрите, сколько наград. Сколько наград? Это одного все. А это все один? Обалдеть. Вот. Это, говорю, все один. Да, это все его. Вот это да. Привет, тебя как звать? Танчик. Тынчик? Ты не Танчик. Боишься? Танчик? Нет. Ой, какой хороший. Какой хороший. Это все твои награды, да? Ну ты молодец, слушай, ты молодец. Вот это все вот у тебя награды. Очень много наград. Даже кубок есть. Просто. Какой хороший. Это как ежик, короче. А друзья, это маленькие, совсем маленькие. Какие интересные тоже окрасы, ну вообще. Очень прикольные. Такие шустрые. Друзья, это тоже первое место. Сказали, кабанчик свежий. Нет, два малыша. Вот. Два малыша. Мальчик. Вот, очень хорошо. Стой. Подержи Адамчика мне, чтобы не сбежал, Марин. Ладно, посмотри, я отнесу. Поздравляем вас. Да. Ой, кто-то еще пришел. Очень. Ой, хорошо. Друзья, это тоже победитель. Места не знаю. Он сидит. Какой красивый. Друзья, вы не представляете, как его зовут? Сухой Суперджет, представляете? Сухой Суперджет, обалдеть. Вот назвали-то. Кс-кс-кс, кушает все. Фигмат. Сухой Суперджет, обалдеть. Друзья, смотрите, на змеи такие прям. Привет. Напугался, бедный. Не любопытно, нет? Не он может облизнуть палец. Когда любопытно, они представят. Мы сейчас вытерли. А. Антисептика. Ой, ой, ой. Это смешной будет. Это победитель. Этот победитель? Да. Ну, не совсем второе место сегодня, но это тоже. Вот этот? Марин, смотри, ладно? Какой окрас. Сказали, она болит, и она конечно, лука. Знаем мы вас, Ваня. Не пугают. Друзья, ну что, мы собираемся домой. Мы все посмотрели, нам очень понравилось. Шикарная выставка, просто столько различных морских свинок повидали, ну просто, какие окрасы, так вообще просто. К сожалению, выставка только однодневная. Вот. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Спасибо большое, что смотрите меня. Ну что, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.